Всем привет! Вот и лето закончилось, но уже наступила осень, и это значит, что пришел день Хэллоуина. Но мы решили не делать ничего страшненького, а порадовать вас вот такой красотой. Пошаговый детальный рецепт данного тортика вы можете найти в описании к данному видео. Для начала смешаем 5 яиц с небольшой щепоткой соли и 200 граммами сахара. И все это вместе взбиваем до пышной пены. Далее в 150 мл молока растопим 70 грамм сливочного масла. Пока все растапливается, берем 230 грамм муки, смешиваем с 30 граммами кукурузного крахмала, 2 чайными ложками разрыхлителя и щепоткой ванили. Далее в пенную массу просеем половину сухих ингредиентов, аккуратно замешаем и добавим половину молочно-сливочной смеси. Перемешаем и повторим процедуру. Далее полученное тесто разделим на 2 равные части и разольем формы примерно по 450 грамм каждые. Будем выпекать при 170 градусах 30-35 минут. Далее все остудим, уберем все излишки. Завернув пищевую пленку, убираем в холодильник примерно на 2-3 часа. А за это время подготовим наши формы и перейдем к приготовлению муссовой начинки. 10 граммов желатина смешаем с 60 мл воды и оставим набухать. 260 мл холодных 30% сливок взбиваем до мягких пиков. В отдельном сотейнике смешиваем 250 мл клубничного пюре и 70 граммами сахара и, доведя до кипения, снимаем с огня. Процедив полученную смесь через сито, добавим 100 грамм белого шоколада и набухший желатин. Перемешиваем до однородности, остужаем и в 2 приема смешиваем со сливками. Разливаем примерно по 345 мл форму и убираем в морозилку до полного застывания. Для конфи 150 мл клубничного пюре смешиваем с 30 граммами сахара, 20 мл лимонного сока, 15 граммами кукурузного крахмала и на среднем огне доводим до кипения. Проварив еще минутку, снимаем с огня и убираем остужаться. И перейдем к изготовлению первого крема. Собьем до однородности 600 грамм холодного сливочного сыра, щепотку ванили и 150 грамм сахарной пудры. Продолжая взбивать, добавим 300 мл холодных 30% сливок и 50 мл ликерчика. Получив массу такой консистенции, переходим к бисквитам. Подготовленный бисквит превращаем в 2 коржа. Клубничное конфи немного размяв, перекладываем в кондитерский мешок. Для пропитки к 100 мл молока добавим 50 мл ликера. Теперь переходим к сборке. Для этого крем номер 1 сначала перекладываем в кондитерский мешок, а потом шаг за шагом собираем наш тортик. После того, как наш тортик полностью собран, делаем фиксацию и на всю ночь убираем в холодильник. Для крема номер 2 взбиваем до твердых пиков 300 мл 30% сливок с 30 граммами сахарной пудры. Достав наш тортик с холодильника, убираем все излишки и переходим к украшению. Для украшения нам понадобится шоколадная стружка и глазурь. Для глазури мы растопили 40 грамм клубничного шоколада и 20 мл сливок. Тортик получается безумно красивый, нежный, сочный. А какой он на вкус, ребят, вы просто не представляете. Просто тает во рту, а ликер придает особый вкус. Всем приятного аппетита, хороших выходных, до новых встреч, пока!